Президент России Владимир Путин распорядился подготовить предложение упростить выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание и видов на жительство, а также гражданство. Соответствующие указания вошли в перечень 15 поручений российского лидера, которые были разработаны по итогам прямой линии с Владимиром Путиным. Во многих странах есть соотечественники, которые любят Россию, болеют за Россию, но им приходится много лет ждать ответа от миграционной службы, чтобы получить гражданство страны. Владимир Путин отметил, что для соотечественников должен быть определен упрощенный порядок, так же, как и для всех людей из постсоветского пространства, которые находятся в репродуктивном возрасте, имеют хорошее здоровье, образование и могут легко адаптироваться к культурной среде. Нам нужны такие люди. Во многих странах мира, ну, Канада хороший тому пример, по всему миру ищут таких людей. Министерство иностранных дел имеет квоту и задания даже на то, чтобы привлекать таких людей в Канаду. Но почему мы-то должны от этого отказываться? Но все это должно идти на благо самой России и на благо ее жителей, и не раскачивать рынок труда. Инна Изыхеева, Виктор Сухотин, телеканал «Большая Азия».